Друзья, доброго весеннего утра. Сегодня у нас 1 марта 2021 год. Я вам хочу рассказать рецепт салата. Для этого нам надо будет 3 свеклы, вареные, почищенные. 1 чернослив без косточек, промыт. Потом мы будем резать это ножом. Почищенные семечки подсолнуха. Я беру где-то 100-150 грамм даже на 3 свеклы. Итак, начинаем. Мисочку мы потрем прежде всего на крупную терку, натираем 3 свеклы. Друзья, я решила поделиться с вами этим салатом, потому что мне он очень нравится, и он очень полезный для сердца и сосудов. Значит, свекла у нас готова, пересыпаем в ту мисочку, где мы будем затем перемешивать. Сюда же мы добавим сейчас и чернослив, и затем семечки. Вместо семечек можно брать иногда и грецкий орех. Берем чернослив, промытый предварительно, без косточки чернослив. Резать его мы будем соломкой. Каждую сливку, каждую ягодку чернослива, да, порежем соломкой. И тогда чернослив просто он раскроется. Потому что можно даже бросить и целыми, вкус будет не тот. Но если вы порежете его соломкой, будет совсем другое. Ну вот точно так же, как разные рецепты по-разному приготовлены. Чернослив у нас готов. Теперь мы смешиваем его вместе со свеклой, уже подготовленной свеклой. Сюда же добавляем наш чернослив. 3 свеклы мы берем. Чернослива мы берем 500 грамм без косточки, промытый, порезанный соломкой. И сюда же мы берем 100-150 грамм семечек подсолнуха. Без скорлупы, понятно. И сюда мы сейчас добавляем 7 семечки подсолнуха. 150 грамм я беру, добавляю семечки подсолнуха, и затем мы его обильно смажем майонезом, или же можно вместо семечек можно добавлять грецкий орех, но будет вкус совсем другой. Еще можно взять немножечко, пол зубка чеснока. Я не беру, мне больше нравится без чеснока. Последний наш штрих в нашем салате – это майонез. Смазываем обильно, и получается вкусный, витаминный, прекрасный салат, который для сосудов, для сердца, уменьшает давление, потому что здесь свекла. И витамины. Весна, друзья, пришла. Витамины надо употреблять в большом количестве. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Хорошего вам дня, хорошей весны, замечательного настроения. До новых встреч в эфире!